Дешевле не значит хуже, сказал Samsung и выпустил Galaxy Grand 2. Именно сегодня мы о нем и поговорим. Важно, что при увеличении диагонали аппарат не стал шире. Даже наоборот, его ширина уменьшилась. Уменьшилась и толщина, а вот вес практически не изменился. Кнопки и разъемы находятся на удобных и привычных местах. Регулировка громкости на левом торце, а кнопка блокировки на правом. Разъемы для наушников на верхнем торце, а вот USB на нижнем. Телефон выглядит стильно, выполнен из пластика, который имитирует кожу. На ощупь поверхность немного шероховатая, в руке сидит очень удобно и не выскальзывает. В целом сборка хороша. На передней панели разместили фронтальную камеру 1,9 мегапикселей, датчики приближения и освещения. В нижней части одна физическая кнопка и две сенсорные. Камера с разрешением 8 мегапикселей оснащена автофокусом и встроенной светодиодной вспышкой помогут вам сделать очень даже неплохие снимки. Детализация фото на высоком уровне. В телефоне установлен аккумулятор 2600 мАч. Самым существенным улучшением в плане характеристик стал дисплей. Если в Galaxy Grand использовалась 5-дюймовая матрица с разрешением 800 на 480 пикселей, то тут уже 5,25 дюйма TFT-дисплей с приличным разрешением 1280 на 720 пикселей. Экран сияет яркостью и контрастностью. Grand 2 также может похвастаться широкими углами обзора. В гаджете имеется поддержка GSM, GPRS, ADG и HSPA сетей. Он оснащен Wi-Fi протоколом 802.11abgm и Bluetooth 4.0 модулями, GPS, GLONASS и FM-радио с RDS. Grand 2 работает под управлением операционной системы Android 4.3. Система летает без лагов и потормаживаний, а как может быть иначе? Ведь работает девайс на процессоре Quad-Core ARM7 с тактовой частотой 1,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 305 Qualcomm. 1,5 ГБ оперативной и 8 встроенной памяти, расширяемой при помощи microSD еще на 64. Samsung Galaxy Grand 2 Duo сочетает в себе непревзойденный стильный корпус и большой экран. А что сегодня еще нужно? Производительность? Так и с этим здесь все в порядке. В общем, Samsung поработали на славу. Ну а мы все так же жаждем новых подписчиков и лайков. На сегодня все, пока!